Покупайте компьютерные игры на Steam Accountru. Здесь лучшие цены и моментальная доставка, широкий ассортимент и ежедневные конкурсы, официальные игры и гарантия 100%. Steam Account работает с 2010 года. Один из немногих по-настоящему надежных магазинов. Ссылочки под видео. Здорово, ребят! Я включил, я справился. Меня вообще не видно. Я сегодня буду как Волан-де-Морт. Вы посмотрите, насколько ярко шпарит солнце. В Москву наконец дошло лето. Температура даже до 20 дошла, серьезно. У нас даже 20 градусов сейчас есть. Блин, давайте сделаем так, чтобы Джордж смотрел на них. Оп, вот смотрите, теперь он командует сабами. Вот, он будет такой типа... У меня 33 градуса. Да иди ты в задницу! В Москве в последнее время температура, ну, типа, градусов 15, понимаете? Я сижу в теплой херне, и мне не жарко. Даже несмотря на то, что солнце шпарит. Я не вспотела. А чего я плакала? Ну, в общем, ребят, я вообще, в принципе, хотела уже сказать, что на стриме я всегда такая, типа, веселая, потому что, ну, мне реально нравится этим заниматься, да? Вот, то есть, вот, это прям моя кайфушечка. Вот. И, в общем, суть в том, что у меня спектр эмоций, он не то чтобы большой. Нет, даже не так. Спектр выражения эмоций. То есть я либо совсем вот такая, типа, эй, дам-бам, спасибо тебе за чирсы. Вот. А вот всякие негативные эмоции, типа там обида, злость, непонимание, разочарование, там, вот все остальное, в принципе, вот все, что связано с негативом, у меня выражается в том, что я теку глазами. Вот, вот. И, естественно, когда меня додосит стримы, мне обидно, и, блин, это реально обидно, когда ты делаешь то, что тебе нравится, а потом вот кто-то тебя это забирает. Это вот все равно, что, прикинь, вот, ну, не знаю, допустим, ты любишь в тачке ковыряться. Я знаю, что многие парни любят, типа, в гаражике вот эти вот всякие моторчики перебирать. Борону спасибо за саб. Донат сейчас прочитай, не ссы. Вот, и поэтому, когда вот, типа, у вас заберут эту машину, вам, естественно, будет как-то некомфортно, да? Вот и у меня та же самая ситуация была со стримами. Вот, и я просто хотела записать видео не чтобы поплакаться на нем, а чтобы, типа, сказать, что, бля, пацаны, я разберусь с этой херней. Почему у меня все заходит друг на друга? ОБС, are you охуели там? Жаль, что не ответил на прошлое, 50 рублей на ветер. Эх... Вот знаешь, с продажными женщинами такое часто случается, когда ты вроде вливаешь в нее бабки и ничего не получаешь взамен. Ну, собственно, как с любой женщиной на Твиче. Ну, я в Марьино, кстати, работаю, вот, но... Вот самую малость, вот знаешь, типа, Марьино начинается, я такая забегу и убегу обратно. Кстати, знаете, есть такая херня, короче, у Ниагарского водопада, там, типа, ну, плюс-минус рядом проходит граница вроде США и Канады, насколько я помню. Вот. И очень много видосов, знаете, типа, люди приехали в США, а там граница, но она не как между США и Мексикой, она не стеной, вот, а просто, ну, типа, вот здесь США, вот здесь Канада, и люди так забегают и убегают. И, типа, побывал в двух странах, нормально. Вот сейчас мне вообще не нравится играть в Хардстоун. Это нынешняя мета построена на том, что меня унижают. А я, знаете, такая, я люблю доминировать. Что за костюм? Ну, это вообще, типа, летучая мышь, наверное. Ну, плюс-минус. Hello. Вот. Догадайте. Вот всегда, когда я встаю, кто-то сабится. Мадам, я предлагаю поиграть в мою консоль вдвоем. Ты не сможешь отказать мне, у меня есть спиннер. Подождите, а поиграть в консоль, это все еще считается эвфемизмом? Ну, типа, и детка, поиграй в мою консоль. Возьми мой джойстик. Я, кстати, мадмуазелька. Подожди, а на какой руке носится обручальное кольцо? Кинь в Дискорд. Да мне изи. Изи, после стрима. Я сейчас боюсь включать хоть какой-то мессенджер. Понимаете, я с компа удалила скайп нахер вообще. Вот, все остальные я вообще не включаю вот во время стрима, потому что не дай бог меня опять задосит. Я не... А, кстати, у нас уже побит рекорд. Мы уже 19 минут стримим, полет нормальный. Это что ж получается? Мы подебили? Похоже на то. Smells like... МКАД, спирит. Нет, smells like... Подеба. Это подеба. Давай тоже такой стрим. Вы понимаете, что вот реально я, когда бомблю, я либо просто сижу такая...
пидорасы. Вот, либо я начинаю рыдать. Потому что я уже говорила, уже у меня агрессия выражается в том, что я потею глазами. Вот. Вы прикиньте, я просто не хочу на Ганса играть. Я не хочу на Ганса. Вот, это будет так себе контент. Ну, кстати, на самом деле, я ни на Ханза не играла, ни на... Нет, на Ханза я играла 2 минуты в потасовке, там, где, типа, рандомный персонаж тебе достается. Вот там я поиграла 2 минуты за Ханза. Но за Гензи я не играла ни минуты вообще. Вроде. А еще я шею потянула. Вот так вот ноешь-ноешь и умираешь потом от... Как это называется? От разрыва мышц. Блин, я хочу сделать тентаклю нормально. Сейчас, погоди, я училась. Не очень получается, конечно. У меня, блядь, пластика, как у медведя, которого слон переехал на тракторе. А ты с савами попробуй поиграть в файтинг а-ля турнир. Но это вообще не то, понимаете? Как бы для меня файтинги — это когда ты собираешься с друзьями у кого-нибудь на хате или в антикафе и просто, типа, взъебываете и орете друг на друга, типа, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, погоди, ща, дай я попробую, подожди, как там делается фаталити? Вот, вот это для меня файтинги. А, блин, по сетке, мне кажется, это немного не то. Хотя я не пробовала, на самом деле. Погоди, погоди, не бей, это вот мое классическое, потому что, как я играю в файтинге, мне кажется, как, в принципе, любая баба, берешь геймпад и жмешь просто на все, что попало. Вот, единственное, что я научилась за нуб Сайбота, короче, ну, в 9-м Mortal Kombat еще, за нуб Сайбота просто нажимаешь вверх-вниз, 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 а еще, по-моему, вниз Б и вниз А, все, у тебя больше ничего не нужно знать. Вот, единственный персонаж, за которым я могу хоть чуть-чуть нагибать, просто потому что знаю вот этот вниз-вверх и все. А люди почему-то забывают его контри. Тебя пердак анлокнется, когда на клаве с мышкой. Серьезно? То есть настолько сложно играть в Dark Souls на клаве с мышкой? Просто для меня геймпад, он вообще просто какое-то, типа, инопланетное изобретение. Я его не понимаю. Потому что как только у меня написано, типа, press X to win, мне придется вот так сделать. Так, где здесь X? Как заебали твои унылые шутки в стиле пидора Мэдисона. Сейчас бы заходить на стрим, сидеть, слушать, такой типа... Так, это шутка в стиле Мэдисона. Так, ставим галочку. Угу. Дальше слушаем. Опа, опять шутка в стиле Мэдисона. Это уже 2 галочки. За 3 страйка все, пишу тебе в личку, что ты пидор. Сначала вверх-вниз за Сайбот, а потом что, за Саб-Зиро 3 треугольника комбо? Да блин, ну там же реально, понимаешь, за Сайбота ничего больше и не нужно делать. Вверх-вниз и, по-моему, если мне не изменяет память... Так, это получается вниз, влево А или вниз, влево Б. Что-то такого плана, короче, такой... И он кидает вот эти вот хери. Все, изи. Делаешь эту херню до X-Ray'а, X-Ray, и ты выиграл. Ждем Матроскина, Шарика и кто там еще был. А, господи, как вы звали? Тр-тр-митя. Помните Тр-тр-митя? Это типа трактор, который питался борщом или щами, не помню уже. Она чем. Приходит такая, стример, 15-й ранг, блин, а я сижу на каком? На 5-м примерно, плюс-минус. Надо посмотреть, как она играет. Как? Хуёво. Хуёво. Произошло что-то. Аяша, что выберешь, Фанту, Колу или Спрайт? Ставь локомотив, если колу, или у тебя бамблбизи. Я выбираю бамблбизи. Это же какая-то поза из Камасутры, да? Я правильно понимаю? Назови меня пидором, пожалуйста, Лакхейм. Ты такой пидор, вот просто вот пидрила, каких пидорский свет не видывал. Знаешь, есть страна Пидерляндия, ты там был бы пидор-президентом, потому что таких пидоров, как ты, я вообще не припомню на своей памяти. Ольяша, почему ты не носишь чокер? А, потому что у меня нет черного пояса по минету, у меня рвотный рефлекс слишком сильный. Матрешка. Я сама не знаю, но мне говорили, знаешь, слухи ходят по твичу, что все-таки вагина у тебя есть. Честно, не проверяла. Несмотря на то, что мы, конечно, провели ночь в одном доме. О, у меня мурашки пошли. Как вспомню, так... Все, и не могу. И вот... Что ты делаешь со мной, женщина? Что же ты делаешь? Ольяша, расскажи анекдот.
колобок повесился. Топ декерша Сане. Ты видишь мою скиллуху? Ты видишь мою скиллуху? Ты ее видишь? Ты ее видишь? Ты ее видишь? Жаль, что это лишь оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь, и всей страсти не поймешь, но как... Я не знаю, как там делают эти бодидилки. Короче, вот так вроде нормально. Спасибо всем большое, что были сегодня со мной. Я очень надеюсь видеть вас завтра на стриме. Также, как всегда, в 6 вечера. Вот, я вас буду очень ждать. И спасибо большое, что пришли сегодня. Вот, хорошего всем вечера от меня и мистера Акулки. Вот, мистер Акулка вас тоже всех очень любит. Но ебалась, Крис, вам готов в любую минуту. Вот. Всем пока. И вступайте в группу ВКонтакте. Там, знаете ли, бывают всякие фотографии со мной. Ну что я буду вам рассказывать, вы все сами увидите. Всем пока.